Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить тоннель на базе арочной теплицы шириной 1 метр, немножко необычная. Она будет в дальнейшем прикручиваться к колышкам. Пока его собираем, устанавливаем. Что это будет? Это будет тоннель над дорожкой вдоль растений, чтобы ветки у растений летом они опускаются под тяжестью листьев, так скажем. Ходить очень сложно. Ну и вот, чтобы получился такой тоннель, по которому можно ходить, чтобы не лезли ветки никуда. Тут у нас много чего, много всего. Теплицы, навесики, всякое-всякое. Вот, клиенту постоянно к этому приезжаем, что-нибудь делаем. Вот такие два тоннеля у нас получились. Один двухметровый, другой восьмиметровый. Он по дорожке, дорожка виляет. Попросили загнуть по дорожке. Вот. То есть пока это все стоит в снегу. Но придет весна, когда растает снег. Тут будет в чернозем колышки делать. Уже в нужных местах, где вот пока ничего не видно. И будет крепиться. В ногах есть отверстие. Будет прикручиваться на винтики к колышкам. Вот такие два тоннеля. Сейчас пойдем собирать еще одну штуку и покажем. Вот такая штука, про которую я говорил. Это у нас типа изгороди, загородка ли. То есть проход, она немножко изгибается по фундаменту. Все, закрепили с помощью анкеров. Вот такая красота получилась.